golden, baby girl, we're golden. They about to see us shine, cause we're golden. They can never break us down, cause we're golden. They about to see us glow, cause we're golden. Hey, YouTube, hey, VK, с вами Apple 2, и та серия, которая первая по Secret Number Beta, набрала уже 10 лайков. Это охуенно, ребят. Тем более для моего канала. В общем, это было охеренно. Ну, а мы продолжаем. Вот на вторая серия Secret Number. Пожалуйста, заткнитесь, я снимаю видеоролик. Отстаньте, все, хватит говорить там на своем языке. Ладно, хорошо. В общем, ребят, это офигенно, серьезно. Спасибо вам за 10 лайков на том ролике. Тем более, что я, возможно, это, конечно, не точно, но, возможно, я на русском ютубе первый, кто заснял Secret Number Beta. Вообще, я первый. Вообще, возможно, первый. Потому что я не видел пока видео. Именно на русском ютубе я не видел пока каких-либо видео, где кто-то играл в Secret Number Beta. Ну, именно кроме меня. Поэтому, возможно, что я самый первый, кто заснял Secret Number Beta. Так, ладно. Думаю, это не так важно. Ну, именно сейчас. Ну, а мы начинаем. Кстати говоря, бета продлится с 2 августа по... Фух, я ребенок, отлично. Продлится 2 августа по 19, так что быстро качайте, пока есть время. Надеюсь, что вы уже закачали и играете. Ну, а мы начинаем. Так, открываем шкафчик, нифига нет. Никому не доверять. Главный слоган игры — никому не доверять. О, ключик возьми. Ключик возьми, молодец. Все, погнали. Главное, чтобы меня сейчас тут не поймали, блин. Бей кромку. Сука, вот я так и думал, ребят. Не, серьезно, тут нечего удивляться. Давай, что ты? Подходи, ебать. Что ты боишься, а? Ты ж Михалыч, ты ж брат Петр. Давай, иди сюда. Что ты, а? Что, зассал, да? Иди сюда, нахуй. Чё, с капканом нахуй за мной будешь бежать? Вот это вот ни хрена некрасиво, Михалыч. Что на тебя нашло, Михалыч? Очнись, твою мать. Ой, блядь. Выхода тут нет. Ну ладно, ничего. Ничего, ребят. Мы сможем найти выход. О, боже. Освещение просто херовое немного. Так. Сорян, ребята, что правый угол такой беленький. Это просто из-за освещения. Просто у меня сейчас утро, опять же, повторяюсь. У меня прям сейчас самое утро. Потому что у меня не московское время, поэтому у меня сейчас прям утро, ебать. Прям вот утро. У меня прям утро, понимаете? Вот у меня прям утро. Так, давайте вот сюда пройдем. Открой. Все, нет, фига. Радио. Давайте включим радио. Чисто по приколу, понимаете? Что, не работает радио? Фу, отстой. Даже при альфе работало радио. Даже в третьей альфе работало радио. А, это, они открывают там замки. Уже слышу кряхчание Михалыча. Оно как у Петра, оно, в принципе, одинаковое везде, так. Кто-то уже что-то ломает, что-то открывает, твою мать. Что, нельзя немножечко это... посидеть там, не знаю. Попить лимонада. Я не намекаю на пиво, я говорю именно про лимонад какой-нибудь. Ну, вы поняли. Давайте отключим щиток. Зачем нужен щиток? А. Щиток нельзя отключить? Что, блять? Ну ладно, хорошо. Если я для вас не открыл тайну, то извините. Я просто никогда не проверял. Открывается ли щиток? Кстати, да, я же детектив. Где вот тут? А что это за комната? Может, покажешь? А, тут уже нужно набирать. Да ты, блядь, надо ничего. Хорошо, ребята, хорошо. Давай тогда искать по фотографии. Так, давайте открывай. Нет. Так, для инженера бы в самый раз было. Но я не инжа, поэтому... Давайте возьмем молоток. Зачем мне нафиг эта коробка, когда у меня есть молоток? Кстати говоря, можем разбить? Не, не можем. А то я подумал, что может мне какие-нибудь новые механики тут не добавили какие-нибудь. Тихо, допрыгни. Оп! Отлично. Давай наверх. Оп. Опять запрыгни.
Так, значит, у нас вот такая комната. Она, надеюсь, тут. Надеюсь, она тут. Надеюсь, она там, где я сейчас думаю. Прям я надеюсь. Так, сколько там видео идет? Отлично, 5 минут. Тут, кстати говоря, крипово. Серьезно, ребят, тут крипово. Особенно вот это освещение, знаете, моргающее. На хоррор намекает. Этого мне и надо было от Hello Neighbor. Но в Hello Neighbor такого не было. Но зато они... Кстати говоря, возможно, Secret Neighbor исправит ошибки Hello Neighbor. Просто видели, в чем дело? Я тут заметил, что вроде как... Точно не могу сказать. Но некоторые места в доме, они регенерируются. То есть... А про регенерирующийся дом нам говорили еще в полной версии. Также нам в полной версии еще говорили про мультиплеер. Но мультиплеера не оказалось. Зато он оказался в этой игре. Так что мне кажется, что... Эта игра фактически дорабатывает полную версию игры, релизную. Как игру, собственно говоря, простите меня за тавтологию. Возможно, они потом перевыпустят эту игру. Хоть в плане механики, возможно, будет нормальная. Понятно, бесполезно. Я что, один, что ли, уже остался? Ладно. Хрен с ним. Так, там у нас ключ показан. Надеюсь, что он нам там нужен. Ключик. Хоп. Гоп. Стоп. Гоп-стоп. Так, давайте открываем. О. Скотина. Я парень простой. Если нужно будет, то я сломаю окно. Мне похуё, но чьё-то или моё, я его разобью. Здорово, сосед! Классно, ты меня хотел обмануть! Это что, блядь, сейчас было? В смысле, блядь? Не понял, я же был в поварёшке. Алло, в смысле, блядь? А, кстати говоря, я не один. Она осталась. Ружьё бери, бери ружьё и стреляй по нему. Ран, давай. Какой нахер ран? Стреляй по нему, по этому уёбку, как я это сделал. Когда играл без записи. Ладно, ясно. В общем, серьезно, ребят, все как-то произошло уж слишком, блядь, быстро. Я понятия не имею. Я почему-то упал. Он мне сбил поварёшку, и я почему-то упал. И он меня поймал. It's a God of Magic. Вот серьезно, it's a God of Magic. Наш соседик бежит. Почему? Как я догадался, что это он? Потому что вот он настоящий зимбер. А вот это не настоящий зимбер. Даже по нему видно. Лол! Они реально друг друга идут. Прикол, блять. Давай, мужик, давай. Ты сможешь. Давай. Ну же, стреляй. Давай, стреляй. Ну, алло, чё ты топишь-то? Стреляй. Давай, стреляй по нему. Да огонь! Все, огонь по нему. Все, наконец-то. Короче говоря, сосед победил. Да, это длилось очень долго и нудно, но все-таки сосед победил. Ладно, ребят, думаю, мы с вами на этом закончим. С вами был я, Evil 322, и всем пока!